Вот такая погодка в Усть-Каменогорске. Всем привет! Мы с вами находимся сегодня на Арбате. Идет дождь осенний в Усть-Каменогорске. И самое время это, конечно, гулять по Арбату. Так как времени не было, долго ролики не выходили, вы, наверное, все заждались. Сейчас мы находимся на улице, короче, Головкова. Вот. И из нее теперь сделали Арбат. Все, наверное, уже слышали о нем. Я сам давно хотел сюда сходить. Здесь ресторан «Алтай», здесь парк Кирова, бывший теперь «Жастар». Вот, ну и мы с вами пойдем прогуляемся. Не знаю, камеру будет объектив закидывать дождем или нет, но мы посмотрим. Все равно пойдем. Потому что все, дела. Раньше это была улица. Здесь можно было ездить на машине. А теперь это Арбат. Вот такая штуковина прикольная, лавочка сделана, елочка или что это, ну поправите, если что, ошибусь. Клево сделали. Так, людей сегодня нет, практически никто не ходит. А давайте посмотрим, что здесь. Труженик тыла, лейтенант органов прокуратуры Капалина Александра Федорова. Единственная СССР-женщина, прокурор области, посвятившая свою жизнь служению закону и людям. Вот. Посвятят ли наши современные прокуроры служению жизни и народу? Так, идем дальше. Там у нас впереди парк Джамбула. Тоже, кстати, надо будет погулять, но не сегодня. Сегодня дождь. И неинтересные. Просто вот по Арбату стоило пройти. Времени катастрофически не хватает. Зимой будем шариться. С вами ходить гулять. Вот, вот такой видок отсюда. Клево здесь еще. Музыкантов надо, чтобы какие-нибудь играли в этом. Здесь кофейня, здесь виноводочный. Был магазин, оставили его или нет. Да, наверное, магазины оставили, просто их преобразили. Прикольненько так, ничего. Я вам скажу. Летом погулять. С девчонкой там, блин. Здесь можно и на гитаре будет лобать, если здесь разрешат. Можно будет и поиграть летом. Такая лавочка с каменечкой. Бабушка ходит. Вот, мы дошли до угла. Здесь вот еще делают они. Ну, давайте панорамку снимем. Мы налево сходим туда там, потому что в ту сторону тоже делают. Мы вот дошли до улицы Орджоникидзе. Вот она такая улица. Историческая. Это парк Джамбула, а туда в сторону Акимата, центральной площади. И вот отсюда видочек такой. Вот здесь камешек какой-то, посмотрим, что тут у нас. Вот по-казахски и по-русски. Арбат открыт 12 сентября 2019 года в рамках празднования Дня города. Ну, как-то так. Так, вот эти штуковины интересные. А, здесь как скамеечки тоже. Здесь вот покушать можно. Такие лавочки. Столики, вернее. Вот. Давайте пройдем. Там колечки есть интересные. Здесь остановочка. Не, ну красиво, я ничего не скажу, конечно. Красиво преобразили. Довольно-таки интересно. Это же кольца вот. Вот это вот интересно. Эх, намокнет ли объектив нашей камеры? Лавочка. Остановка. И вот такие кольца. Что рука замерзает. Холодно стоит. Давайте посмотрим колечки.
Интересно, что они обозначают? Пишите в комментариях, что вы думаете, что хотел сказать художник, автор, скульптор, изображая эти кольца. На них сидеть, наверное, можно, качаться. Вот и все, что они изображают. Так, ладно, Beauty City, салон красоты. Вот как. Вот эти лавочки мне нравятся. На них лежать, можно где там загорать. Прикольно. Так, а мы сняли с вами вон ту вывеску. Я люблю Оскимен. Вот, вот. Сейчас сходим. Мы это как в парке на левом берегу. Ну как на левом берегу, забыл. Ну Рыжов парк. Вот такая вывеска Оскимен. Можно даже на фоне ее объектив заляпанный. Наверное, будет плохая картинка. Ну, если что, извиняйте. Пришлось идти в дождь. Увы. Я все намеревался и никак. Все, дела, заботы. Давайте посмотрим. Но зато это необычно. Кто еще пойдет в дождь шариться по парку, снимать? Только я, конечно же. Еще зимой можно сюда прийти будет. Это интересная штука. Это тросы. Вот. Интересная. Вот. А здесь всякие тренажеры заниматься. Вместо литробола. Спортоболов. Это такая штуковина. Ну, в общем-то, практически мы и все прошли. Ну, колечки прикольные. Довольно-таки интересно. Интересное решение. Ну что ж, друзья, вот мы с вами погуляли. Идем, возвращаемся, потому что дождь невозможно уже. Все, я весь промок. Ну, погуляли, и то хорошо. Пишите в комментариях, там, какие места бы хотели увидеть, например. Ну и вообще, ваше мнение, мне интересно. Вы подписываетесь, всем спасибо, кто подписывается. Нас уже больше 600 человек, и это круто. Вот. Вот так вот все. Усть-Каменогорск на связи был. Всем пока.